Салют всем, с вами Мастхэт, и Моргенштерн дропнул альбом «Million Dollar Happens». И мы слушаем сегодня все треки, кроме шоу, потому что шоу выходило до этого. Ну а так, начинаем быстро, прямо с трека «Бе-бе-бе». Гоу. Ей, Моргенштерн, это главный альбом 21 года, 100%. Ну, честно. Эй. Ля-л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 я. Все хотят узнать, в чем же мой секрет. В чем? Бе-б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 е. Я очень богат, а ты очень нет. Упс. Ля-л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 я. Все хотят узнать, в чем же мой секрет. Бе-б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 е. Я очень богат, а ты очень нет. Соболезную. Денег дохуя, будто я банкир. Кэш. Токи отдыхают на мне, я Алжир. Курорт. Факнул суку Иру, теперь я факир. Секс. Я восточный парень, будто я Санжи. Салам. Заработал денег и купил твою мать. Вау. Твоя мать довольна. Про факира прикольно. Я ее сын. Мам. Она меня хочет, когда пьет вино, блять. Она мной закусит, теперь я ее сыр. Ам. Водя эту хуету, мне дали лямбаксов. А тебе за хуету давали пизды. Тыщ. Я лечу на джете, и мои запасы выпадают прямо из моей ноздри. Селяви, Ариос, Мон Амур, иди нахуй. Спрятал в себя пару башек, будто черепахи. Ей. Ты захотел фото, подошел и пошел нахуй. Потому что когда подошел, то пидором запахло. Фу. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все хотят узнать. Бля, ну типа трючок такой, бэтбарсовый. Есть прикольные ванлайны, из которых я выпал. Про факира прикольно. А, про вот запахло пидором, ты подошел. Ну типа это такой, типа какой-то рофло-трючок. Мой секрет. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ну, мне понятен посыл этого трека. Он типа говорит, вот я могу нести хуйню, и мне за это миллион долларов дали. А ты типа несешь хуйню, и тебе за это дают только пизды. Поэтому мне в принципе понятен посыл, и почему этот трек так сделан. Он показывает, насколько ему похуй, и насколько он может это делать. Мне на счет капают деньги. Угу. Очень много денег. Теперь живи с этим. Ой. Бля. Ну, типа, трючок, я понимаю его посыл, я понимаю его концепцию и для чего он нужен, поэтому я, типа, оценю. Ну, он еще и прикольно звучит, были прикольные строчки. Добавлю я такое в плейлист, да хуй знает. Ну, типа, как он звучит, ну, девяточку можно поставить, прикольно. Есть чего поржать, ну, типа, обычный рофло-трек, ничего не могу сказать. Дальше идет скит искусства за 90 900. Солидно. Неплохо. Вообще шикарно. Превосходно. Великолепно. Господи, спасибо. Ну, я думаю, комментировать ничего не надо. Типа, ретро-рейв. Go. Моргенштерн 2021. Бля, я понял, что это за трек. Я в говно. Забирай меня скорей, купим бошек и камней. Соберем своих блядей и устроим ретро-рейв. Будем танцевать, я в говно пора стрелять. Наши опы лягут спать, доброй ночи, твою мать. Забирай меня скорей, купим бошек и камней. Соберем своих блядей и устроим ретро-рейв. Будем танцевать, я в говно пора стрелять. Наши опы лягут. Бля, ну это прикольная тема с ретро-рейв, типа переделка трека 18 мне уже, это интересно, окей. Твою мать, доброй ночи, все мы полетать. Летим на первом. Я принц, прыгай в мою 6.3 АМГ карету. Да, ну типа, меня прикалывает, когда Морген делает вот такие поп-треки, там по типу, что было, «Розовое вино 2», где он с попсовым мотивом несёт одну такую. Забавные темки, короче, грубо говоря, там с наркотой и прочее. Блин, ну вот тут возникает вопрос, это звучит прикольно, но стал бы я слушать такое на постоянной основе? Да вообще нет. Ну, я вот уверен, в треке «Ты ослеп», он прикольный, я думаю, будет. «Пабло» будет прикольный, но вот насчет этих треков я не уверен, они больше, ну, типа, похожи на так, типа, проходные тречки. Но при этом звучат они прикольно, вот один раз послушать, порофлить, но не более, как для меня. С тобой улетим от всех прям на самый край мира. Ты думал, будет тут другая рифма? Я не дурак, но дури в кармане навалом. У меня есть все, чего желаю.
это, ну, типа, это рофл, трачок, ну, я не знаю, ну, вот, я говорю, я бы не стал такое слушать на постоянной основе, типа, вот сейчас поулыбаться, послушать без проблем. Бля, ну, закрадываются у меня ощущения, что, типа, ну, есть второй альбом, наверное. Ну, хуй знает, ну, что-то, ну, если брать, там, серьезные работы, ну, серьезными работами их не назвать, но хитовые работы, там, по типу, там, не знаю, Ян Хефнер и прочее, они как-то поприятнее были сделаны. Здесь прям вот это вот ретро-рейв, я выкупаю эту тему, блять, ну, я бы не стал такое репитить. Ой, здесь, кстати, есть биток от Pretty Scream, а нихуя себе. Будем танцевать, я в говно пора стрелять, наши опы лягут спать, доброй ночи, твою мать, забирай меня скай. Глагольные рифмы, блять, ну, короче... Алишер показал, насколько ему похуй, что, типа, он может дропнуть такое и заработать лям долларов. Вот, ну, грубо, вот такое объяснение у меня к этому есть. Бля, ну я хуй знаю, типа, что я могу сказать по поводу этого трека. Ну, мы будем друг друга любить, как Рид с Карнавалом, бля. Ну, типа, не знаю. Забавная тема с ретро-рейвом, типа, переделка 18 мне уже. Но при этом... Ну, вот я и говорю, на постоянной основе я бы такой слушать не стал. Я бы поставил этому 8. Ну, типа, из-за концепции, опять же таки. Насколько ему похуй, и что он преподносит. Но это не особо для меня интересно в будущем. По прослушиванию, вот. No More Love. Next track. Блядь, что знакомый какой-то сэмпл. Биток этот мясной пиздец, кстати. Биток мне очень нравится. Мама и Владимир Путин. Выгнал суку прямо на шоссе. Уходи. На мне скачет пия, как овсе. Скачет пия. На ее бути пары жгу овсе. Детка, что ты знаешь об отце? Детка, я бы нас прогулял, если бы мы были пары. Купил себе новую тачку на 8 марта. Эй, девчонки, как вам сложно с нами мудака? Бля, ну вот как с битом он здесь гармонично звучит, типа, похую на текст, но звучит он прикольно, здесь мне нравится. То есть вот этот тречок прям по звучанию он вывозит, он прям... Поли нахуй с моих глаз, совесть чёрная, как лак, я на вайте хамали, мы друг друга заебали. Прикольно. Бля, ну трек чисто по звучанию прям вывозит, пиздец. Я на Вале, ты хамай, мы друг друга заебали, это, конечно, прикольно. Бля, ну, этот трещок я добавлю, это прям хорошо, мне нравится. Бля, ну, типа, это прикольный трещок, мне нравится здесь звучание. Если я поставил... Ну, если добавил его в плейлист, надо ставить, значит, оценку, типа, 9-10. Ну, мне нравится, как он звучит. Он звучит прям очень сладко. Типа, прикольно звучит. Биток здесь MVP прям. Биток очень нравится мне. Пару было интересных ванлайнов. Ну, и в целом, как это звучит, прикольно. Поэтому этот трючок прям кажется MVP среди тех, которые я слышал. Дальше интерлюд. Слава, вернись. Потом будет скит от Славы. Последний бит от Славы. Бля. Тебя одолела слава, слава, ведь ты не заменят слава, слава, где-то играет кадила, слава, что ты сделал, что я надел, пососала страна. Теперь твои песенки все напевают. Снова я. Бля, это очень, ну, типа, круто звучит.
прям под гитарку, как он... Бля, Морген хорошо поет. Напиваюсь под снова я, напиваюсь. Сплю, блядь, сплю с подушкой твоей. Бля, ну прикольно, прикольно. То есть, ну я оценивать это не буду, но в плане концепции это интересно, опять же таки. И он прикольно спел, то есть... Для меня это грамотно и сладко звучало на уши. Дальше скит от Славы, он будет говорить, наверное, бля, Алишер, да ты просто лох, бля, я не хочу с тобой больше работать. Ну-ка. Да, Алишер, вот раньше ты был настоящим Моргенштерном. И я тебе говорил, все эти порошки, наркотики, выкини из своей жизни. А к чему в итоге пришел? Два фита с Янгтрэпа и розовое вино 2. Фэмили. Оскорбляешь верующих. Ну, то есть, а что хорошего? Ну, я говорю, да, типа, ирония, очевидно, что будет на всякие темы такие. Подписчиков. Окей. Это бит из видоса, типа, что-то там, всратые биты, отправляем всратые биты артистам, что-то такое, да? Ага, да. Морген, эй. Моргенштерн! Потому что, если честно, мне обидно, очень обидно, что я гений, а вы не понимаете. Бля, ну как я могу нахуй это оценить? Ну, типа, чел просто максимально зарофлил. Ну, типа, он выпустил стикеры, которые сам нарисовал, а другие сделал, блядь, половину треков на этом альбоме, ну, всратыми, ну, типа, будем честными, Морген умеет лучше, вообще, как чувачку, я ему респектую, конечно, но такой троллинг, конечно, произошел. Не знаю, будет ли второй альбом, или он просто забьет хуй, но это забавно. Ну, вот у меня расчет на «Ты ослеп», на «Пабло», вот, ну, короче, последние 4 трека, может, пиздатые выдаст. Ну, посмотрим, что сейчас будет, хуй знает. А, блядь, как качает, чувствуете? Вот это панчлайн. Я так... Хорошо было. Вот этот торчок мне, конечно, понравился. Ну окей, го слушать черный бумер. Павел зубы, буду шепелявить. О, сука. Давай! Это черный, блять, сука. Ща разъебу. Это черный бумер, и он черный, будто нигер. Ты сосал у друга, и ты гейский, будто пидор. Бля, это Детройт. Ебать. Вязали будто свитер. Вообще не войду в твою шалаву, будто она твиттер. Да я лохи не найдут меня, как будто бы я клитер. Я кручу всех игроков на свои палки, будто кикер. Сушки потекли ко мне, блядь. Давай, сушки потекли по мне, Москва стала как Питер. Они лижут мою жопу так, как будто это пахлава. Я настолько русский, у меня нахуй хахлава. Рус. Ты и твой батя, это тупо два лаха. Телка скинула мне сиськи, я ответил ахах. Я испорченная легенда, будто бы черный бумер давы. Ты захотел со мной фото, но подошел и умер нахуй. Да я знаю, карма, сука, все вернется бумерангом. Деньги, что я кинул в воздух, возвращаются обратно. Купюры разноцветные в моем кармане хамелья. Не взял бы твою суку, даже если бы она дала мелья. Говорю только цитатами, называй меня Платон. Убиваю всех, кто против, если что-то осведомлен. Вы слушайте хуйню, а мне за это заплатили. Морген, получается, заскамил всю Россию. Я купил себе жвачку, а на сдачу купил. Сын, говоришь, что я нихуя не понимаю, будто Sims. Иногда я устаю от этого общества людей. Я люблю побыть одним в компании семи блядей. Залетаю в детский мир, стреляю в потолок сикей. Я бы трахнул твою суку, но, к сожалению, я не гей. Я пробрался в эти топы незаметно, будто ниндзя. Но ты хочешь что-то тоже, я говорю, что тебе нельзя. Я хочу носить как челки, ведь они до пола висят. У тебя огромный хуй, но ты называешь его пися. Я играю в плойку, но я знаю про Детройт. Я не Eminem, но, сука, знаю про Детройт. На трубе скале Милану. Бля. Гений. Я не играю в плойку, но я знаю про Детройт. Я не Eminem, но я знаю про Детройт. Это хорошо. Бля, вот этот трючок, ну, типа, мне нравится. Огромный хуй, но ты называешь его пися! Я играю в плойку, но я знаю про Детройт. Я не Eminem, но, сука, знаю про Детройт. На трубе скале Милану, да я знаю про Детройт. Я выебу твоего деда, в нос тебя это устроит. Ты работаешь в понедельник, чтоб тебя не уволили босс. Я наскамил кучу денег, чтобы отдать их все чипендос. Собираю эти монетки, буду бы Супер Марио Босс. А ты думаешь, это просто? Нет, это пиздец как просто. Сука играет с моими мячиками, King Kong. Залезает на мою башню, будто TikTok. Она танцует на моем члене, будто пинг-понг. Бля, все перепутал, но я Клава Кока, мне пох. Сука. А я думаю, типа, что, при чем нахуй мячики и Кинг-Конг? Типа, залезает Кинг-Конг,
Сука, залезает... Уебать, тут сложная тема. Короче, залезает на член, как ТикТок, играет с мячиками пинг-понг, а с башни кинг-конг... Ебать. И прокладывает... Ну, это, блядь, он мощно делает. Типа, панчули прикольные. Пиздец, как просто. Сука, играет с моими мячиками кинг-конг. Залезает на мою башню, будто ТикТок. Она танцует на моем члене, будто пинг-понг. Она танцует ТикТок. Бля, ну нормально, прикольно. Все перепутал, но я Клава Кока, мне похуй. Сука видит тату, называет меня демон. Сука забыла мое имя, называет меня Димон. Сука забыл, что она сука и называет меня любимой. А это черный бумер, и он черный будто нега. Бля, хороший трючок. Типа, мне нравится Детройт. Я, во-первых, очень кайфую с Детройта. У меня, кстати, скоро выйдет два Детройт трека. Так что ждите, в июне будет. Можете подписаться на паблик. И один уже, кстати, вышел в апреле еще. Можете зачекать. Я люблю Детройт. Я кайфую. И Морген сделал прикольный Детройт. Ну, типа, это звучало интересно, как по мне. Поэтому мне понравился этот трек. Я его закинул в плейлист. Вот это я точно буду слушать. Поэтому я ставлю десяточку. Такой Детройт я люблю. Дальше Дрил, ты ослеп. Вот. Ожидания здесь пиздатые, конечно, потому что я слышал сниппет, было прикольно. Слушаю. Ты ослеп, ты ослеп, ты ослеп, а мы сияем. Пальма блэс, пальма блэс, пальма блэс, гарма блэс, чек, чек, чап. Ты ослеп, а мы сияем. Нахуй шлюш, я сплю только с пушкой. Я заправлен куш, я рашку трахнул в уши. Сам мой повара на чапах, не тебя подуш. Все эти рэперы в России, блять, малые муж. Куш, куш, пока можешь куш. Твой рэп белый и сырой, твой рэп это суш. Покажу твоей шалаве, что такое мужик. Семь цветов купюр в кармане, я радужный. Мы okay. Семья, наши креды, мы сияем. Пиздатый трек, мне нравится. У него охуенный вайп, и мне нравится, как Морген звучит на дриле. Типа, может, там чуваки, которые топят за дрил, будут говорить: «Ай, батя, это шляпа». Мне пиздец, как нравится этот трек. Этот трек разъёбный, бля. Как малая педофилия. Я смотрю на рэперов, и я смотрю, смеясь. Ваши тачки все в аренду, там погонять. Джонни Дэ, вижу насквозь, как это. Ты, бля, фейк. Okay. Я кручу, как фуэте. Делим сук, делим кей. Эрик гэнг. Ты ослеп, а мы сияем. Пальма блэс. Пальма блэс. Бля, это хороший трачок. Вот это я тоже закинул в плейлист, типа, вообще без базара. Охуенно разъебывает и вайп пиздатый, типа, десяточку ставлю. Вот это два охуенных трека идут. Можно сфоткаться дальше, еще пройти скрим на продакшн. Ревьюер. Нахуй иди со своей фотографией, парень. А то я... Это трючок в стиле Лили, а как он называется? Слайм бит, да? Это слайм биты. Когда типа... Угу. Пофоткать твое умирание. Пули так весело будут лететь из стулья моего охранника. А не бойся, дружище, то не для меня. Это фото для моего братика. Я никуда не спешу, дорогуша, для тебя все мое внимание. Бля, прикольно. Морген сделал на слайм бит, на дрил бит. Детройт ебанул. Типа последние три трека разъебные. Мне нравится. Еще Пабло, но Пабло, по-моему, обычный трэп-трек, типа, ничего такого. Мы обязательно передадим на видосе привет, пожелания. Конечно, любимый подписчик, все для тебя, твоему желанию. А теперь ты перед... Это басок плюс-минус из голодного пса, как я понял, потому что он такой, он прям... Привет моему покойному папочке. Это для друга. Я сам не знаю, не фанат. Бля, вот, типа, прикольно. Мне нравится, как Морген разложился на слайм-бите. Это, конечно, похоже там на типа Гринч от Майота, на Лилию. Потом еще у Гунфлада был какой-то драчок на Вуду Чайлде, я не помню. Но, типа, это, ну, это такие биты, ничего не сделать. Это как Детройт, он почти, блядь, весь одинаковый. Мне нравится вот последние три трека, я поставлю этому трачку девяточку, но я тоже закинул его в плейлист. И last трек на этом альбоме, Пабло, go. Загорелось солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые басы, будто Пабло. Едем забирать пакеты с Нала. Загорелось солнце наш ебало. Бля, здесь
бас, я не понимаю, по-моему, ну, типа, ну, это же всратый какой-то басок, я не понимаю, он специально сделан таким всратым? Ну, на наушниках он всрато звучит, может, колонку он разъебывает, пиздец? Ну, он прям же, он, ну, он же пиздец какой-то перегруженный, из-за этого он как-то звучит странно. Сутки позади, но мы не спали. Бля, ну он же специально перегружен, ну, типа, это какая-то ирония, ебаная. Блять, Алишер, сука, а? Молодые басы, будто Пабло. Едем забирать пакеты с налом. Денег на счету навсегда мало. Ведь меня это нормально. Дураки не любят гениально. Не могу, этот бас — это пиздец. Ну типа Алишер — это пиздец. Чел прям, не знаю, постиронией занимается всем. Вот три тречка я заметил забавных, и типа Пабло, который все так ждали, он этим всратым, блядь, басом испортил. Альбом полностью выполняет свою задачу, он вызывает эмоции, ты думаешь, бля, Алишер, ты что, ёбнулся? Потом думаешь, ну ладно, это неплохо. Ну короче, это какой-то сверхгениальный альбом, который я знаю, не знаю, блядь, как понимать, это хуй знает, что это вообще, и зачем я это, блядь, слушаю. Все, всем пока. Да не, ладно. В меня кидают, сразу превращают в бриллианты. Загорелось солнце над ебалом. Блять, бас это пиздец. Сутки позади, но мы не спали. Рай пакеты с налом. Бля, ну он же может, он же умеет. Сука, вот я жду все-таки, когда он выпустит прям, ну, альбом. Мне вот интересно, потому что если он выпустит прям альбом, я думаю, он разъебет. Если будут треки там по типу «Ты ослеп», это... Мужик, это пиздец мясо. Но ему это неинтересно. Ему он, типа, он получил $1 миллион, прикиньте, за, ну, вот за это. Это же, ну, типа, уровень, я не знаю, чего на. Может, какой-то анонс будет в конце? Нет? Типа, второй альбом, там, такого-то числа, нет? Плиз. Не будет, походу. Ой, блядь, сложно. Ну, трек Пабло, ну, типа, этот бас, он меня отвлекает, я бы такой слушать не стал, и, ну, типа, я бы поставил 8, потому что сам потенциал у трека был, конечно, ебейший. Что мы имеем по альбому? Это какой-то, блядь, нахуй, постмодерн, я не знаю, что это, блядь, постирония, ну, я не понимаю, что это. Это ж... У меня нет слов. Типа, я могу выделить такие тречки. Шоу прикольный. No More Love охуенно звучит. Черный бумер, ну, Детройт, мне такое нравится. Ты ослеп, MVP вообще трек, как по мне. То есть, хорошее звучание, разъебный дрил бит и, ну, типа, текст тоже неплох. Ну и можно сфоткаться вот этот на слайм-бите, где... Это прикольно. Но при этом большинство треков я... Ну, не большинство, ладно. Половину еще треков из китов я вообще не понимаю. То есть, это настолько какая-то... Постирония, что, ну, типа, просто пиздец. Я реально не понимаю. Ну, а так, это реально альбом, который, ну, вызывает много, наверное, эмоций. У меня было недоумевание, был, вот, типа, разъёб. В целом, он дарит эмоции. Алишер, главное, он же говорил музыке, что музыка должна дарить эмоции. Поэтому, ну, альбом кому-то понравится, кому-то нет. Но мне зашло пару треков, типа, 4 тречка я точно добавил. Ну, 5, если учитывать шоу. Поэтому, ну, хуй знает. Оценивайте этот альбом сами, я вам поделился своим мнением, а вы теперь поделитесь своим, напишите свое мнение в комментариях, мне будет интересно его почитать, потому что, ну, я конкретно не понимаю, что это, блядь, такое, и как, блядь, с этим бороться. В общем, подпишитесь на меня, если вам понравилась моя реакция, если нет, ну и хуй с вами, правильно? Ладно. Поставьте лайк этому видосу, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, заходите в описание, там есть ссылочки на мои соцсети. Группа ВК, мое творчество, если зачекаете, будет очень приятно, работаю над треками, пиздец, скоро прям мясо, надеюсь, вы оцените, которое будет, ёпта. А, так, что еще? Инстаграм, если подпишетесь, будет очень приятно, типа фоточки полайкать, я кайфану, реально. Ну и ВК добавляю всех друзья, если у вас не фейк-страница. Ну а так, с вами был Мастхед, спасибо, что смотрели, всем удачи и всем пока.